Ситуация на потребительском рынке Орловской области была в центре внимания участников аппаратного совещания. В рейтинге субъектов ЦФО Орловская область находится на первом месте по наименьшей средней розничной цене на пшено. На втором месте на хлеб и булочные изделия из пшеничной муки. Цена набора на социально значимые товары на ярмарках выходного дня в Орле почти на 14% меньше, чем в магазинах области, с учетом средних розничных цен, прозвучало на совещании. По итогам декабря прошедшего года общая стоимость набора социально значимых продовольственных товаров на территории области выросла менее чем на 1,4%. Мы с вами обязаны держать эту ситуацию на контроле, продолжать политику сдерживания необоснованного роста цен на продукты питания. В этом наши главные помощники, мы организуем четкую координацию и взаимодействие и с прокуратурой области, и с управлением Федеральной антимонопольной службы по Орловской области. Я думаю, что одной из важнейших составляющих данной работы является популяризация товаров и продукции местных орловских производителей.